изолировано, поэтому не отключилось. Ой, напугался. Дарья, отстань! Это он так играть пытается. Это он щенок еще 10 месяцев дурной. Парня. Дикарье маленькое. Дарья, отвяжись! Что ты пристаешь к людям? Ходит человек не к тебе. О, дикарье. Ой, не давайте ему, у него это аллергия на всякое. Он берет все, что все, попало. Все, съели уже. Нету Дарьи больше. Нету Дарьи больше. Нет, тебя хозяйка кормит. Кормит хозяйка туда. Ой, дикарье маленькое. Вообще дикарье. Это да, точно. Все уши что-то краснеет, аллергичные. Вот, что-то в карманах еще есть. Не давайте ему, ладно. Вредный парень. Что, Москву деть? Кази, могу забрать. Мне пригодится. Это он может. Пойду еще дерево сниму. Ой, смотрите, как интересно. Упало дерево на линию электропередач. И может ее прервать. Вот. И, ну, в смысле, может ее это порвать, да? То есть и короткое замыкание, и вообще что попало, может быть. И говорит, доброжелатели, гуляющие здесь люди, заметили, позвонили в Кировэнерго, сообщили, и вот приехала машинка. Его, так я понимаю, сейчас отметят это дерево. Ой, колется, я тут босиком хожу. Вот, то есть это место отметят, линию отключат. Вон она сверху вся идет. Как интересно, да, у всех такая своя работа. То есть линию отключат и... И потом дерево уберут. Круто, да? Ну, по-моему, интересно. Сказали, что уберут руками. Даже ничего как бы особо перерубать не надо, потому что оно тоненькое. И легко как бы удалиться без всяких проблем. Ну, пойдем, Дарюн. А мы тут просто с собакой гуляли. Увидели, едет машина посреди леса. Куда, чего, зачем. Вот так вот интересно. Ай, вот такая вот у людей работа.